такой серьезный сразу стал на этот момент. Это здравствуйте. Да не, а вы, кстати, очень классно. Ты вообще, кстати, воспитанная девушка, я смотрю. Просто спиной встал и стоит. Или ты мешать не хочешь? Мешать. Офигеть. Слушай, ты такая маленькая, кстати. Как ребенок просто. Что? Растишку не ела в детстве, да? Не, ну очень клевые, кстати, такие. У тебя такой барашек или как? У меня тоже барашек. У нас с тобой одинаковые барашки. А вот так вот? Ну, у тебя еще, кстати, сапоги такие. Не, это ботильоны. Это ботильоны, да? Да, с цепями. Я люблю с цепями. А что ты какая маленькая? Стой, подождите, вам лет нормально? То есть вот 20-ник есть хотя бы? Ну, ей 20 лет, а мне 19. 19? Ну, мне 30-ник. Сколько? 30. На 25 максимум. Мне, короче, 19 января будет 31. Ну, могу показать, что еще показать, какие вы быстрые девушки, сразу что-то показать. Бред. Подожди, Алика, тихо, сейчас я из приличия буду общаться с обеими, тихо, кстати. Как тебя зовут? Хорошо, как тебя зовут? Оля. Олечка. Меня Вова. Очень приятно. А вы как бы из Москвы вообще или что? Да, я тут учусь. А сами откуда? Ты сама откуда? Краснодар. Офигеть, слушай, Краснодар, такие яркие, кстати, девушки такие, знаешь, прям вот. Ты там был? Ну, я видел много краснодарских женщин. То есть Краснодар, Ростов, там такие, знаешь, они у них какой-то типаж такой прям яркий. В Москве таких нет, да? Ну, в Москве выше половины москвичек, она как бы это, так или иначе, даже больше, они откуда-то приехали. Слушай, а я тебя сейчас на секундочку вот дай пальчик. Зачем? Нужно. Да не бойся, нет, смотри, просто. Я сам немного как бы, ну, некомфортно чувствую, когда кто-то. Нет, стой, я. Тихо. Воу-воу-воу. Я сейчас просто тебя чуть в сторонку заберу, скажу тебе вот наедине пару хороших вещей. Недалеко. Да еще, подожди, конечно, недалеко. Блин, офигеть какая-то. Да тихо, ну, будем тихо общаться, чтобы подруга не слышала. Да все, ну зачем? Нет, ты вообще клевая. Спасибо большое, Мария. Ну, а ты это, как вообще, хороший человек или нет? Заир, я хороший человек. Ну все, подожди, я тебя сейчас... Я сейчас ее вот подтащил, чтобы пообщаться отдельно. Она говорит, Юрий, я говорю, что я приеду. Что вы тут делаете? Да я тебя искал в это время. Нет, серьезно. Здесь, серьезно. Вот мы гуляем. Не, мы по работе ходим здесь, как бы. Работаем. А как работаем? Похож? Не угадала. Нет, нет, конечно. Не знаю. Ну, не факт. Я нормально отношусь к фотографу. А ты чем занимаешься? Я студент. Какого курса? Второго. Кем будешь? Менеджер в строительной сфере, но вряд ли я буду работать по направлению. А зачем ты пошла, чтобы тебя в армию не забрали? Я вот удивляюсь, когда девушки идут. Вуз, это экономический вуз, экономическое образование. Просто в дипломе будет указано менеджер, вот и все. А ты еще, как бы, наверное, не в том возрасте, чтобы понять, что образование в России вообще никому не интересно. И в принципе, не можешь быть суперобразованным и работать там, не знаю. Ну это просто как бы. Когда ты учишься в какой-то сфере, ты набираешься каких-то знаний. Вот, допустим, я в экономическом курсе, меня это прекрасно устраивает. А если бы я пошла в технический, то зачем мне эта физика? Я на экономику бы я не смотрела. Сейчас я понимаю, что происходит в стране. Слушай, допустим... ты еще реально молодая, потому что у тебя разговоры какие-то такие. Не, подожди, я имею в виду, интересно, ты человек или нет, не смотрим туда вообще. Сейчас я ее верну, кстати. В том смысле, что если как бы с тобой вот о чем, вот сидя на диванчике где-нибудь, допустим, попивая вкусный чай, смотря на твои красивые губы, есть ли с тобой о чем-то поговорить? Что ты пишешь? Наверное, не о чем. Почему не о чем? Как так? Давай сделаем так, смотри. Мы с тобой увидимся. Да, конечно, нужно даже. Только я не знаю, когда. Ну, я тебе, допустим, позвоню на неделю. То есть, будет время, увидимся. А вы на Новый год никуда не улетаете? Я улетаю. Я улетаю на своей машине. 16-часовое путешествие. Да не, не знаю. Ну, скорее всего, я поеду к родителям. Новый год – это праздник, когда надо часть родителям. Нет. А ты полетишь в Краснодар? Скорее всего. Ну, ты же вернешься, да? Да. Потому что мы с тобой можем до Нового года увидеться. Да все решено уже, че ты, дядя. Давай, я наберу. Ты женат, да, я женат, да, у меня еще хвост, посмотри, есть, нет? Еще у меня 15 внуков и 6 правнуков.
Даже если человеку 30, значит, обязательно должен быть женат. Меня это смущает. Почему мужчина 30, тебя смущает? Девушка твоего возраста, наоборот, за счастье мужчина 30 лет. Значит, как говорят девки, раз я не женат, значит, он никому не нужен. Нет, или они он говорят, гуляет. Или он говорит, гуляет, а мужчина должен гулять. То есть он должен, знаешь, я считаю, жениться нужно тогда, когда ты уже это, когда ты уже нагулялся. Вот. То есть если ты нагулялся, значит, как бы надо. Вы следите за кем-то? Да я смотрю своего друга, это где он. А, твой друг? Где это? Вот это мой друг, да, из Фрически Каре. Давай свой телефон, короче. Так будем. Не, да я не буду тебя обнимать. Тихо, не тот все. Вроде проект. Ты вообще мелкая, просто офигительно мелкая. Это комплимент. Не знаю, звучит иногда комплимент. Да, не будем никого пускать. Звучит, нет? Нет. У вас, может, денег нет? Да, конечно, у меня есть деньги. У меня там до минус 5000 можно. Ну, слушай, бывает глюк, что в этом клубе не ловят. Да мой номер, мой. Ты вообще жрёшь, тихо. Тихо, нет, мы еще не попрощались, куда ты, стой. Да не, может даже не твой, то есть я как бы человек так приличный, тактичный. Я люблю, чтобы люди видели, кто им звонит. То есть ты можешь не брать трубку, можешь, не знаю, вообще все что угодно сделать. Твой? Ну вообще, мой как бы, контакт. Есть контакт. Да, все. Олечка, может мы с тобой вообще будем это... Дай лапку. Все. Да сейчас. Ну все, у меня с подругой. Все, мы прощаемся. Мы же номер взяли. Да попрощаемся, тихо. Все, я с ней прощаюсь и ухожу. Да, все, давайте еще хорошего вам всего. Спасибо. До свидания. Да, хорошего вечера. Еще постоянно. Ну все, правда, нет, стой, это было очень круто, кстати, сейчас. Да ладно, что ты, ну потом будешь вспоминать меня как навязчивого парня. Пока.